Такую активную утреннюю зарядку в пансионате «Кристалл Уют» проводят уже около 5 лет. Ежедневно, собираясь под ласковым анапским солнцем, постояльцы и местные жители под музыку выполняют различные упражнения. Формат спортивного флешмоба зарядка приобрела 2 года назад. Веселый, активный, а главное полезный для здоровья отдых сразу пришелся по душе гостям курорта. Всех поднимает, и настроение поднимает. Каждый по отдельности не будет собираться, а ты против компании, и все подтягиваются понемножку. А как вам Анапа? Супер! Первый раз приехали? Нет, второй раз уже. Еще приедете? Да, обязательно. Как отмечают аниматоры, постояльцы пансионата не должны скучать. Тогда отдых запомнится только положительными эмоциями. Люди хотят смотреть за своей фигурой, улучшать эти все показатели. Поэтому мы идем к ним навстречу. Анапа, пляжи наши, к этому располагает. Лучших пляжей, лучшего курортного города. Я считал, считаю и буду считать. На всем, наверное, побережье нет. Мы считаем, что это полезно и для города, и для пансионата. В пансионате «Кристалл» надеются, что их опыт подхватят и другие санатории. Внедрение спортивных программ, постоянная занятость и активные развлечения – вот простая формула успеха. Подобный флешмоб собирает до 100 человек. Многие отдыхающие приходят с других пляжей. Своей главной фишкой аниматоры называют «зажигательные морские танцы». Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа регион.